Валерий Константинович, небольшое видео учебное снимаю. А это соседний участок. Мы тут все дружим с соседями. Ходим друг к другу. У нас калитки насквозь. То есть вот это яблоня, да, смотрите. Тетя Флюр на меня не обидится, если я ее покажу. Нет, не обидится, в смысле, это я утверждаю. Вот, то есть она, это летний или осенний сорт, я точно не знаю. Но вот она листья даже не сбросила. К зиме не готова. Это не как мой богатырь. И она тут копает постоянно под ней. И поливает прям в корень, шланг бросает. Я ей говорю: тетя Флюр, вы загубите яблоню. Она вроде начала меня слушать. Ну и обрезка, смотрите. Видите, какая обрезка. Тут все спилено, да, куча. Мороз кругом. По коже. У меня даже мороз по коже проходит. Насквозь. Вот такая вот яблонька. Ну, не знаю, выживет, не выживет. Вряд ли выживет. Ну ладно, будем надеяться, что все хорошо будет. Вот небольшое учебное видео такое.